Так, у нас 24 августа 2021 год, Харьков, 20:21 по Киеву. В Харькове снимаем на последних секундах буквально Венеру, заходящую за крыши домов. Очень сильно завысил я ISO, то есть реально на улице уже практически темно. Сейчас я постараюсь никому в окна не залезть. Но зато мы увидим, как Венера вот это именно она. Движется на фоне наземных объектов. Ну, в данном случае антенна какая-то, да. До Венеры один, 173 миллиона километров. Сейчас уменьшу увеличение, чтобы объект был опознаваемый. Вот я навелся на объект. Резкость. Ты видишь, как быстро, какой кошмар, никогда же не подумаешь. Венера проползает через антенны сотовой связи. Ну, она играет и бликует. Во-первых, ну все, сейчас за крышу спрячется. Хотя мы можем ее отследить, кстати. Сейчас опять. Два шага в сторону сделать. Вот как хорошо. Вон она, я ее вижу. Затесалась между домами. Сейчас посмотрим еще на Юпитер и Сатурн. А там и Луна взойти должна. То 73 миллиона километров. Если очень аккуратненько, чтобы никому в хату не попасть ненароком. Наверное, вот это максимум. Так, между проводов, как она ныряет. Это вращение Земли.
Хорошо. Давай сейчас вот так сделаем. И перейдем. На Сатурн с Юпитером. Ну, тут даже придется выдержку, наверное, уменьшать, чтобы хоть кольца увидеть. Вот, пожалуйста, Сатурн, до него 1 миллиард 347 миллионов километров. 1 миллиард 347 миллионов километров. Противостояние было 2 августа Сатурна. А вон Юпитер. Совсем низко над горизонтом еще Юпитер с Сатурном, но я хотел снять именно сочетание с Венерой их, поэтому не дожидался, пока будет и Луна в кадре. Так, справа это у нас Ганимед. Он спрятался уже, да, вот бах, спрятался. Дальше идет Юпитер. Потом идет Европа, Ио и Каллисто. Так, и сейчас я, наверное, здесь тоже выдержку уменьшу. Спутники будут исчезать. А полосы экваториальные на Юпитере появятся. Наверное, нет. Все-таки 6400 ИСО – это перебор. Экваториальных полос не видно. Ну, еще и низко над горизонтом, конечно.